И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками играем в Гаррис Мод. Серега, поздоровайся. Всем привет. Первые гонки у нас будут такие, что каждый берет тачку, какую хочет, а потом уже, наверное, будем одинаково. Ну, посмотрим, как будет получаться. Знаешь, что Серега взял вот эту читерскую тачку? Я возьму такую же. Раз, два, три. Выиграет сильнейший. Ребята, новая карта, 84 мегабайта весит, очень оптимизирована. Надеюсь, не будет сильно лагать. Может, и будет лагать. Так. Короче, здесь на этой карте будем делать скоростные гонки. Ну, можем на трактора взять, но тут именно карта рассчитана именно под скоростные. Ох ты, как меня впиляхался. Так, вырывается Чика вперед. Может, два круга сделаем? Потому что трасса реально не сильно большая. Или, нет, давайте уже на разных тачках будем. Все-таки ходится по-разному всегда. Нормально, наваливаю, никак меня не может догнать. Ого, тебе что, быстрее, чем у меня тачка? Не-не-не-не-не. Это не я, это другой. Да, я вижу, у него Viper, Dodge Viper. Нормально, у меня переключается жестко прям. Мы с ним вырвались вдвоем вперед. Мы с ним за первое место боремся. Я слышу, как он врезался. Чувак, тормоза для кого придумали? Эй, жлоб! Отвали! Есть, есть, есть! Давай, 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 давай! Наваливай, наваливай! Хоть бы не понесло. Срезать его тут на финише нельзя, только по трассе ехать. Я первый! Так, давайте, знаете, кого я хочу взять? Я хочу кого... О, во, Порше! Вот Порш, мне кажется, очень сильно будет. Просто круто. Так, группа... О, я могу его немножко еще затюнить, нет? Спасибо. Обращайтесь. Во! Вот, такой зеленый... Нет, давайте немножко, наверное, все-таки желтый. У нас кто? Чика. Кошмарный Фокси. Фокси обыкновенный. Фредька. Фредька и спринт-труп. Так, ну что, давайте я сзади встану, чтобы было даже у меня интереснее, вот так вот сзади. Так, ну что, Серега, ты готов? Готивка. Раз, два, три. Выиграет сильнейший. Блин, в следующий раз мы можем сделать 8 человек, так что заходите в наш Дискорд, будем записывать движушкой. Вырываются самые умные и сильные гонщики. Нормально Фокси наваливал до этого момента, пока я его не придавил. Ах ты жопа! Ах ты морская! Блин, блин, полноценный вырывается вперед, я его не пущу. Блин, это какой-то не Гаррис Мод, а Гран Туризмо у нас получился. Я пытался челик на GP под... Я видел, он на меня пытался подрезать. Он сам себя я вижу, он нас уже не догонит. А я нет, все-таки... Я на первом месте. Я вижу, Серега, а Порш наваливает хорошо. Ух, он переключается. Только он нифига не управляет. Серега, прощай. Надо тормозить на поворотах. Смотрите, как с крыши торчит чубчик Чики. Это так смешно смотрится. Тоже желтого цвета. У меня уши торчат. У меня, короче, чубчик под цвет машины. Ребята, ну что, как всегда, я на Порше вырываюсь вперед. Ах ты кряч. Я подожду вас, будет интереснее. А то я опять первый. Ну, тоже 100% я первый. Сережно! Давай, иди сюда. Давай, кто быстрее, без толкачек. Порше быстрее, да? И у меня занесло. А в Гаррис Моде есть такой прикол, что можно об стену упираться и скорость набирается. Жду, жду, жду. Так, вижу, вижу, вижу. Кто-то приближается. Одна крыша торчит. Сережка, ну что ты? Я в тебя верю, ты можешь. Спасибо, Димас, что... Блин, жопа! Да я поддался ж тебе! Да я поддался! Хорошо. Давайте теперь возьму одинаковые все машины, я выдам. Тогда будет более честнее и чисто на скилл. Давайте, знаете, что возьму? Давайте возьмем вот такие старенькие Мерседесы. Мне кажется, это будет прикольно. Тысячи лет на них не играл. Не, Димас, лучше вот эту машину. Этот Мерседес очень плохо управляется, в этом есть прикол. Ой, я слышу, как он заводится, дизелек. Так, давайте вот этот раз зеленую себе сделаем тачку. Ой, я могу его затюнить? Давайте посмотрим. Группа тел. Так. Чик. Меня, а, передний бампер. Камуфляж. Во, я себе это даже сделал спойлер сзади. Ой, от первого лица погоняем. Ну что, пацаны, вы готовы? Фредди сзади сидит, смотрит на меня. Я вижу, готов. Раз, два, три. Выиграет сильнейший гонщик, потому что машины у всех одинаковые. Так, что это у нас за драка? Так, от третьего лица лучше видно. Отсеиваются пацаны. Ха-ха-ха.
Да ё-моё, вот этот нас зажал, вообще молодец. Я жду. Серега, это ты, да, камуфляж? Да, я. Я буду тебя отличать тебе среди всех, на тебе. На. Эй, жопа! Меня понесло. А его носит на поворотах, он тяжелый очень и старый. Кто-то умер, уже авария. Красава. Короче, гонки без смертей не видно, не получается. А я первый еду. А я попробую тебя догнать, все-таки я тоже ж не пальцем деланный. А, ее заносит сильно. Это меня уже... Сережка, прощай. Сейчас тебя занесет на повороте. А я знаешь, что делаю? Я бросаю газ и тормоз нажимаю, потихоньку вхожу и потом опять газую. Видишь? Я так же делаю, да. Занеслось? Да, да. Жопа! Блин! Веселые гонки у нас получаются. Пацаны вечно где-то сзади стоят. Сразу лучший гонщика вида на этой планете. Тоже, да, понесло, как и меня, потихонечку? Еду. Потихонечку, аккуратно. Не врезаясь ни во что, я еду. Не заноси меня, не за... Жлоб. А, там я вижу этот Димасты, да? Да. Я все равно у тебя, первое место мое. Ты не туда поехал. Я знаю, хочу первый. Ладно, ты выиграл. Ладно, не спорю. А, пацан, я удалил машину, он без машины летит. Даже в воздухе. Так, хорошо, давайте сделаем еще жестче гонку. Серега, два ты выберешь машины. Смотри, я даже багажник металлический поставил. Что за звук конченый? Так, давайте покрасим ее в такой именно цвет. Давайте в синенькое. Спортивная синяя машина будет у нас. Ой, вообще бомбисимос. Ну что, пацаны, вы готовы? Раз, два... Три. Выиграет сильнейший инвалид. Я не знаю, как эта машинка. Как для инвалидов, что ли, сделала? Это компактная машина 60-х годов. Нифига себе компактная. Я еле влез. У меня вон голова торчит. Ничего, наваливаем, пойдет. Торчат. Я снова впереди всех, потому что это самая лучшая машина для меня. А я сейчас буду углы срезать, и ты не сможешь быть. Ха-ха! Додик. Ха-ха-ха! Фокси, не мешай. Ты сзади, Димас? Да. Я всех обогнал, походу, снова. Вон, я вижу, кто-то голубой. Это я. Этот... Ну давай, догоняй. Ну она вон в горку едет, еле-еле. Еще видно ветер в лобовую. Так. Да точно. Знаешь, что потом мы сделаем? Мы в следующий раз сделаем, ребята, гонки, и можно будет ставить ускорители. А что, так можно было? Да, только мы сделаем ускорители, чтобы была мощность одинаковая у всех, чтобы там 5000, допустим, тяга. И посмотрим, кто как придумает его использовать правильно. Только это гонки, знаешь, 24 лиманш. Гонки старперов, пенсионеров. Не, надо как-то тебя обгонять, что ли. О, я скорость набираю. Это хорошо. Нет! Ах ты жопа! Ребята, я вырвался! Я тебя догоню сейчас. Нет, ты одинаково едешь, как я. Ты наоборот еще по буграм тебя машину кидает. Ребята, видите, как у него рессоры работают? Серега, я подловил все-таки тебя там, где ты будешь. Ну, видишь, все, что ж бывает такое в жизни. Нет, это машина моя стихия, я догадаюсь. Я вижу, полчаса спустя, Серега не может обогнать. Не, видишь, я даже оторвался, наоборот, вперед. Вертик летает на карте заскриптованный. Я уже на последнюю передачу включил, она быстрее не может лопашить. Пацаны сзади, я вижу, тоже едут. Значит, все-таки, когда машины разные, более интереснее ехать. Или когда быстрее, скорее всего, потому что это очень медленная. Не сокращай, Серега, ты меня не догонишь. Разве что где-то ошибусь, но это невозможно. На скорости 40 км люди не ошибаются. Я уже оторвался, как далеко от вас. Нет,
еще обогнал один. Нет. Серега, давай за второе место вы боретесь с челиком. Нет, второе место мое. Пошел вон. Давай я буду смотреть, кто же из вас первый доедет. Я просто, ну, подрезал его. Красава, красава. Второе место. Получается, все гонки выиграл я. Ты? Ну, кроме, ну, одну я подался. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!